Шапочка должна быть. Да. Курточка спортивная. Правильно. И штанишки спортивные. Правильно. Назовите 5 съедобных лесных ягод. Орехи. Земляника. Черника. Черника. Клубника. Назовите 5. Одеться во время прогулки в лес. Кроссовки, носки, штаны и кофту. Обязательно головной убор. Молодцы. Правильно. Стоят в поле сестрички. Желтый глазок, белые реснички. Берем ромашка. Дерево самый звонкий голос. У березы, у клена, у ели. У клена. Подумать. Береза. Смотрите. У березы. У клена. Времена года дальше. Да? Кто там? Ящерица. Третья, идите сюда. Третья, идите сюда. Смотрите. Смотрите на меня. Присядьте немного. Ящерица. Пока не кричите. Мама, какая лапа. Сейчас спадает. Анна, что там? На меня смотри. Смотрите. Вернись. Очень колкие. Ёлка. Так, есть. Вот бочонок шапочкой с дерева упал. Вот прошел из деревца маленьким он стал. Чемпион. Желудь. Отлично. Это ель или сосна? В длинных шишках вся она. А иголки мелкие, тонкие, конечно, очень колкие. Это ёлка. Молодцы. Какие продукты лучше всего взять с собой во время непродолжительной прогулки в лес? Бутерброды и чай. И фрукты. И чай, и фрукты. И чай лимон. Команды готовы. Внимание. И у нас получались вот такие вот розы. Вот эти вот по одной штучке нарезаются, приклеиваются, можете открыть, посмотреть. А это можно сделать из желудей и палочек. А это из сена. Это тут и пластилин участвует, в нем тоже. Камешки вот с моря привезли, и цветочек. Мы использовали листья, кору, желуди и прикрепляли пластилином. Желуди, яйца, желуди, мох и листик. Это птицы. Так. Вот это ежик, это улитки, это мышка. А вот здесь вот еще синенькие, это мишка. Медведь.
ягоды. Мы здесь нашли ягоды недалеко. Вот это Африка. Так. Это динозавр. Так. А это слон, который гуляет. Чего себе. А это пальма. Ух ты, там яйца еще. Бананы. Это лесная забава. Так. Уже коробка. Тут там, вот у нас речка. Тут рыбки, ястреб сидит на гнезде. Об этом рассказываешь. Вот это гнездо, это его хвост. Мы сделали подделку, она называется «Птичка в гнезде сидит на яйцах». Так. Мы сделали ее из желуди, шишек и из листьев и травы. Так. Вот это наш, это букет. Так. Вот тут это наши поделки. Вот это тарелочка, в которой лежат там фрукты и овощи там. Это ракета. Вообще, это космический корабль с пулеметами. Как бы наш шалаш дом. Искали в лесу палки, вот так прикладывали, строили. Потом ветками все это закрывали, листву. Грибы там нашли, орехи. Угу. Это дикие яблоки. Это наша королева леса, красавица Оси. Это ее. Так, это ее кисточка. Волшебная кисточка. Смахнет она первый раз, озолотятся деревья. Смахнет второй раз, посыпятся листья. Смахнет третий раз, полетят птицы на юг. Это шалаш наш. Мы готовили вместе, Настя и я, мы готовили этот шалаш из тонких палок и обложили травой. Внизу тоже была трава. Так. Тут трава, из травы сделали птичку мы с Настей. Так. Видите, как бы птичка вот...